Следователи установили, что 52-летний сочинец передал образец бланка уведомления о прибытии иностранца в Россию своему 34-летнему знакомому. Цель – изготовление копий документа. Поиском покупателей бланка занималась 32-летняя сочинка. В итоге правоохранители задокументировали 8 фактов сбыта поддельных документов на территории Сочи. Суд признал обвиняемых виновными по статье «Организация незаконной миграции» и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.